Короче, люди ебанулись на вот это все на виртуальном, на, блядь, на вот этих галочках, на вот этих просмотрах. Так, шуми, шуми, шуми. Ару. Татуировок 13. Ты же тоже дома успел. Я пришла на другого уже Лера Фрост. Не там лайв меня сделали. И домовская, если бы я была бы домовская, я была бы такая чушка, блядь, как все эти колхозницы, которые... Вот это такая же тема с рекламой, знаете? Допустим, количество подписчиков плюс-минус одно и то же, но эти лохушки по бартеру берут, понимаете? А я, допустим, только за деньги делаю рекламу. Все же разница. Во всем есть своя разница. Также в этих просмотрах, в количестве лайков, всей этой херни. Мне так на это похуй, потому что у меня в жизни все классно. Если бы у меня была бы жопа в реальной жизни, конечно, я тогда бы, может быть, запаривалась бы на тему лайков, просмотров, потому что это мой хлеб. А когда мой хлеб и моя жизнь как бы не зациклена исключительно на этом, мне похую на это все. 3 сентября. Да ладно, это уже не актуально, что уже все по сторисы поснимали с тем 3 сентября. Твой французский поцелуй, ты целуй, не целуй. Так, мне туда же надо, туда. Посмотри, что было дальше, все фитинки. А что вышло, что было дальше новое? Классно, надо глянуть, спасибо. А ты что, дятел, куда ты стал? Свои нет, я чуть подделывала. Ну так в целом там у меня 0-0 какой-то там, 0-5, 0 что-то стоит. Бля, чем будут меня матюкаться? Потому что я не пропущу, если что, не пробу. Ну, блядь, что ты, блядь? Ну что, ну посигналь, блядь, отъезжай, блядь. Я сейчас буду заматерять. Чувствую. Вот когда не права, тогда не права, Лера. Французский поцелуй, и целую меня целую. Ведь когда мы не знаем, мне казалось, и не клёво. Варю борщ, слушаю тебя. Это хорошее дело вы делаете. Сити, вот я не знаю, я бы вот здесь вообще не хотела бы жить. У меня такие сити, вот все гулянки, все наши тусовки всегда заканчивались в этом сити на автопати. Вот всегда, блядь, практически. Фу. А, крутая ты, всем бы как ты быть. Спасибо. Я в сити. Готовить, потому что умею. С Германом давно дружишь. Алик познакомил. Стимулы не будут становиться лучше, в смысле? Не поняла, в чем связь.
видит, сука, блядь, четырёхглазый олень, блядь, что что-то смотрит, блядь, куда ты смотришь, на что ты надеешься, дебил, блядь. Лучше бы пропустил на дороге. Четырёхглазый, блядь. Смотрит он. Бровкой ать. Еще равняется со мной, господи, боже мой. Ай, блядь, хол, реально сравнялся, сейчас едет. Пизду уже. Мерседес. Ну, что я ей захотела. Твой французский поцелуй. Ты еще куришь, я еще и матом ругаюсь, представляете? Так, а ну подожди. Я еще... Я еще не ела. Ну как, я съела, там чуть-чуть перекусила и все, поехала. Сейчас что-нибудь съела бы. Какую-нибудь сушечку. Бля, какая тачка въебала. Боже мой, SL. SLS, прикиньте. SLS всадилась в какую-то Шкоду. Вот это чувак на Шкоде. Или Шкода всадил. Бля, белоснежная SLS. Поняли, которые двери вот так открываются? Здрасте. Всегда вот этот. Это не... Ой, спасибо, я всегда у вас так подъезжаю, блин, пока дотянусь. Ай, блин. Так, well, 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 куда же мне притормозить? Бля, я тут не знаю, сюда надо поворачивать. Сейчас, блядь, в Сити, обожаю парковку в Сити. Я сейчас пока сделаю ресницы, ногти. Я, знаете, на сколько настаю? На 1002, блядь, в лучшем случае. О, зато есть место парковочное. Как раз возле салона. Шикардос. Вот это мне повезло. Посоветую книгу. Откуда же я знаю, что вы хотите прочитать? Ну как ты там? А Каену, блядь, прикиньте, Каен, я сейчас покажу, как припарковался. Точнее, не... Макан, блядь, это просто какая-то, видимо, тёлка, либо максимально тупая, либо максимально охеревший тип какой-то припарковался. Да, я голодная, очень хочу кушать. Так. Тоже не надо. Так. Сколько время? Блядь, 10 минут побежал. Просто смотрите. Почему бы нет, когда там, блядь? А зачем парковаться, блядь, нормально? Французский поцелуй.
я думаю, либо сделать просто квадратную форму, но эти же ногти оставить.